У меня сначала лайтовые будут. Что подал повар в качестве извинения? Что? Сорянку. Меня зовут Миша, да. После секса с девушкой, знаете, что я говорю? Что? Mission complete. На знание английского. Как называется слэм шепелявых? Как? Свистопляска. А я думал, ты скажешь, это шлем. У какого героя сериала «Друзья» был пистолет? У какого? У Чичендлера. Недавно был в зоопарке, вот, подошел к вольеру с ламами, решил с ними поздороваться. Знаете, что сказал? Салам алейкум. А когда вы прощались, это есть такая? Когда вы прощались, ты сказал, давай, лама. Давай перезапишем, типа, это я сказал. Где отдыхают трутни по пятницам? Где? В пчелауте. Знаете, как будет называться фильм про больного сушиста? Рок-н-ролльщик. Хорошая. Как называют любителя экстази? Как? Ешка-ешка. Иосифа не взяли в армию, потому что он у него непригожен. Разорвем Ютуб. Да уже и Евгений непригожен. Чем закинулся Чиполлино перед рейвом? Так-так. Чем? Лимонной кислотой. Что общего у российского предзаключенного и инфлюенсера в Инстаграме? Что? Десятка за историю, двадцатка за пост. Какое украшение Филиппу Киркорову носить приятнее всего? Какое? Анальные бусы. Задние парты меня поддержали. Что говорит чайка, когда занимается сексом с конем? Что? Кончай. Будешь с сахаром или без? Типа обращение. С двойным днем, нормально. С двойным днем. У нас всех с двойным днем сегодня праздник, ребят. Типа она во время секса говорит, будешь чай с сахаром, да, или, да, без. Да, да. Ну, конь, да, запятая. Я понял, да, да. Что, могу, да, можно? Что общего у анального секса и начинающего комика? Туговато идет. Кто знает, что такое голландский штурвал? Вот мы... Мы в этом моменте вечера. С каким актером никто не соглашается на голландский штурвал? С каким? С Сухоруковым. Почему среди комиков, которые остались в России, так мало геев? Почему? Сложно ебаться в жопу, когда в ней уже твое мнение. Это пиздатая шутка, когда там не смеха. Кто проживает на дне океана? Крейсер в Москве. Хорошо. Какая принцесса приходит к плохим принцам? Какая? Страпунцель. Как намекнуть девушке, что у тебя маленький член? Как? Как? Сказать, что тебе никогда не делали горловой. Хотя пытались. Так, двойная. Каким воздушным судном доверят управлять девственнику? Каким? Беспилотником.
А каким воздушным судном доверят управлять опытному ебаке? Каким? С квертолетом. Почему у аутиста ничего не получается в комедии? Потому что стендап, а не сит-даун. Женек, что сказал уролог солисту группы «Грибы»? Подозреваю хламидии. Нет, он сказал, у вас под шляпкой гниль. Что общего у российского оппозиционера и старого айфона? Быстро садится. Да, жиза. У меня закончились силы, так сказать, иссяк Ньютон. У меня лучше не будет. Давайте, я все. Вы, если хотите, еще можете рассказать. Как стендапер понимает, что с ним случилось реально что-то плохое? Как? Спрашивает у зала, похлопайте, у кого было, и никто не хлопает. Это хорошее.